черри или вишневидные помидоры – это разновидности с мелкими, но очень сладкими плодами, которые растут объемными кистями. Большинство черри – ранние сорта и плодоносят до заморозков. Они симпатичны и декоративны, устойчивы к стрессам, неприхотливы и не требуют ухода, не требуют посынкования, могут расти без опоры и стелиться по земле. Помидорки черри очень удобны в использовании. Их можно использовать для украшения, для консервирования, для употребления в свежем виде. Они очень долго хранятся. На дачном участке томаты черри могут расти даже в тени. Они очень устойчивы и теневыносливы. Также этот сорт томатов можно выращивать на балконе и на подоконниках. Некоторые из них так называются балконными томатами. Можно посадить в кашпо для рассады. Можно посадить в ящики для рассады и поместить на подоконники. И свежие помидорчики будут радовать вас круглый год. А вот пышные кусты с миниатюрными помидорчиками украсят любой дачный участок.